Доброе утро. В эфире Сергей Нежданов. И приветствую всех, кто будет в записи. Сегодня занятие будет посвящено дыхательной системе. И буквально маленькая теория, чуть-чуть физиология, да, вот конкретно что относится с точки зрения дыхания, с точки зрения мышц, да. Вы понимаете, да, что вдох делают мышцы, выдох делают мышцы. Дыхательные мышцы. Есть мышцы вдоха, мышцы выдоха. И в данном случае нам потребуются и те, и другие, потому что мы будем использовать как форсированное дыхание для тренировки этих мышц, и также способность медленное дыхание, длинное дыхание, задержки дыхания, кумбхаки, и способность адаптироваться к недостатку кислорода, к избытку СО2. Но об этом я сейчас не буду рассказывать, потому что мы не будем длительных задержек делать. Онлайн это будет очень сложно мне проконтролировать. Сегодня будет комплекс на развитие дыхательных мышц, развитие наших дыхательных способностей, на увеличение жизненной емкости легких есть такое. То есть с возрастом она у нас уменьшается, мышцы усыхают, а мы ее вот у йогов, у тех, кто занимается дыханием, у пловцов, у аэробных различных направлений, там бег, велосипед, там дыхательная система, грудная клетка, как правило, такая большая, ну, раскачана. Биологический возраст у нас также зависит от состояния и объема состояния дыхательной системы и объема жизненного объема легких, жизненной емкости легких. Итак, основная мышца, знаем, да, диафрагма, показываю, как работает. Она в таком виде растянута. Это выдох. Вдох. Крылья диафрагмы толкают ребрышки. Грудная клетка расширяется, и как насосом у нас втягивается воздух. А тело диафрагмы, оно толкает живот и сжимает вот здесь, ну, вплоть до паховой области, до паховой диафрагмы, у нас получается здесь такая область низкого давления, а потом высокое давление, низкое, высокое. И таким образом идет массаж внутренних органов, как косвенный, ну, благотворный оздоровительный эффект. Дальше у нас диафрагма, диафрагмальное дыхание. Давайте, пока объясняю, дышим животом. Вдох, выдох. Прямо можете ребрышки себе вот нижние поджать. Животик. Почувствуйте работу диафрагмы. Дальше у нас 11 ребер и межреберных мышц. Внешние мышцы у нас при сжимании, опять они сжимаются и растягивают грудную клетку вверх. Выдох у нас в спокойном состоянии делается для расслабления. Расслабление. А форсированный выдох мы включаем внутренние мышцы, внутренние межреберные мышцы. И делаем. И от работы их тоже будет зависеть, насколько мы можем выдохнуть. Диафрагма, вернусь, иннервация, то есть нерв, который управляет диафрагмой, у нас где? В шейном отделе, третий, четвертый, по-моему, позвонок, выход туда, в спинной мозг. Соответственно, состояние шейного отдела, состояние шеи, да, состояние шеи будет напрямую влиять на дыхание. Если там нерв поджат, диафрагма может плохо иннервироваться. Дальше верхнее дыхание, ключичное дыхание. Ключичное. Вот ключички потрогайте свои. Потрогайте сверху, снизу. Там лимфоузелки. Этот массаж тоже хороший. Лимфатических узелков. И попробуйте вдохнуть животом, ребрами и ключицами. Вот видно шею, да? Видно. Выдох.
Вот, подключаются мышцы шеи. У нас работают лестничные и ГКС, и среднегрудная мышца для верхнего дыхания. При полном вдохе, полном выдохе это как раз включается. При нормальном, спокойном дыхании, спокойном состоянии у нас в основном работает диафрагма. И если диафрагма плохо иннервируется, не работает, спазмируется, мы знаем, психоэмоциональное состояние зависит, влияет на дыхание наше, да, страх, переживание, ну вот это поверхностное появляется. И если у нас диафрагма часто спазмируется, она, ну вот так вот поджимается, она начинает в дисфункцию уходить, то есть спазмы, плотненькая становится ткань. И человеку дышать-то нужно, дышит верхом. Поверхностное дыхание, во-первых, оно поверхностное, уже обмен веществ ущербный, и плюс перерабатывают те мышцы, вот, например, шеи, которые не должны в данном случае работать. Работает у нас диафрагма в основном, всегда диафрагма. И мышцы перерабатывают, тоже спазмируются, человек испытывает недомогание, боль, там, дисфункции различных когнитивных способностей, то есть и поджимаются сосуды и лимфоузлы, лимфотоки в мышцах. Вот, это вот буквально в двух словах. Давайте несколько дыханий сделаем. Несколько дыханий сделаем сидя. Вдох, живот, ребра, ключицы. Можно прямо визуализировать, как нижний отдел включила диафрагма, потом ребрышки пошли поднимать грудную клетку и шея. Вот эту верхнюю часть с ключицами. Выдох. Расслабляем по очереди верхнюю часть, среднюю, нижнюю. Давайте вот так ладошки положим, подышим. Это у нас будет вступительная медитация, настройка на дыхание, на себя. Дышим по принципу вдох равен выдоху, самаврити, ровное, равностное дыхание, вдох и выдох равны. Паузы между вдохом и выдохом не делаем. И используем дыхание уджайи. Уджайи. Поджимаем горловую щель. Давайте добавим звук О на вдохе. Или мантру, аджапа мантру СО. И хам на выдохе. Или букву А. Звук А. СО. Хам. СО. На вдохе вырастаем макушкой вверх. Не только расширяемся здесь, но и позвоночник удлиняем. Выдох. Позволяем всему расслабляться. Выдох – это расслабление. Стекаем к точке опоры. Да? Вдох метафорически мы принимаем. Примите ситуацию, которая не отпускает. Примите человека, примите новую энергию. Примите новизну. Выдох. Отпустите ситуацию, человека, тревоги, напряжение, ненужную энергию. Вдох, вдыхаем свежую, чистую прану. Выдох, выдыхаем все, что нам не нужно. Метафорически. Итак, все занятия принимаем, отпускаем. И дальше в таком режиме можно вспоминать, памятовать, вспоминать про свое дыхание и
Также это, поднимаемся, также это будет эффект медитативный, созерцательный. Мы приходим в момент, в настоящее, и какое бы состояние ни было, тревожное, оно как бы отпускает, и мы выравниваем состояние ума. Дыхание вообще универсальный инструмент и для улучшения здоровья, как физического, так и психоэмоционального. Давайте начнем с шеи, раз уж у нас шея зависит от диафрагмы, да? Давайте. Кошка лежит, шорсткое упражнение делаем. Весь позвоночник подключаем, вдох, выдох, вдох, выдох. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Крутим шею. Два, три, четыре. Так, швейную машинку. Угу. Правое плечо. Два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Направление поменяли. Четыре, пять, шесть. Повернулись в исходное положение. Угу. Отодвинули голову назад. Вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, право, лево, право, лево, право, лево. И теперь круговые движения, как по блюдцу катаем. Голову, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону, раз, два. Три, возвращаемся назад, четыре, пять, шесть. Теперь рисуем восьмерку вперед-назад. Петля спереди, раз, петля сзади. Восьмерку подбородку рисуем. Два, три, четыре, пять, шесть. Поменяйте направление. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Справа налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И слева направо. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Правое ухо вытянули вверх, пальчиками вниз, вдох. Выдох. Другую сторону вдох. Выдох. Первую сторону вдох. Выдох. Вдох поменяли. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Угу. Соединяем эти два движения. Отвели голову в сторону, посмотрели вверх. Отвели голову в сторону, повернулись вверх. Изогнутую восьмерку рисуем. Вперед не наклоняемся. Вперед не наклоняемся. Голова над... Ну, на линии остается позвоночника. На линии позвоночника таз, грудная клетка, голова.
в другую сторону меняем направление, голова отведена в сторону, смотрим вниз, в сторону смотрим вниз. Ага, прекрасно. Наблюдайте свой шейный отдел, состояние, вот общее психическое, как меняется вот, в связи с этим упражнением, когда мы улучшаем состояние мышц шеи. Хорошо. Сжимаем, разжимаем пальчики. Полностью разжимаем и растягиваем мембранки пальцев. В стороны. Вверх. Сжимаем, разжимаем. Вперед. Растянули пальцы. Вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Пальцы растянуты в стороны. Круговые движения. В одну сторону, в другую сторону. Угу. И теперь давайте вот такое движение. Раз, два. Большая амплитуда, три. Уходим в даосские восьмерки, четыре. Пять. Вдох, шесть. Семь. И уменьшаем амплитуду. Восемь. Девять. Десять. 11, 12. Другую сторону. Меняем направление. Раз, два, три. Увеличиваем амплитуду. 4, 5, 6. Максимальную амплитуду. 7. Вдох, выдох. 8, 9. Уменьшаем. 10, 11. 12. Одной рукой правой маленькая амплитуда. Раз, два. Давайте ладошка все время вверх смотрит. Три. И теперь начинаем амплитуду увеличивать. И больше. Соображаем, как это делать. И максимальную амплитуду. Хорошо. Возвращаемся. Возвращаемся. Другую сторону. Такой большой шарик держим, и потом его начинаем переносить сверху вниз. Сверху вниз. И уменьшаем возле грудной клетки движение. Таз, смотрите, как работает. Мы здесь также разминаем весь позвоночник, таз, тазобедренные. Сбросили. Левая рука. Вперед. Начинаем двигаться вот в эту сторону. Пальцы вперед двигаются. Ага. Больше амплитуда. Больше амплитуда. Больше. Максимальная. Максимум. Угу. Уменьшаем. 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 И... завершаем. Хорошо. Встряхнули. Руки в стороны. Встряхиваем. Круговые движения. Одну в другую сторону. Хорошо. Плечи вперед. Назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Так, это мы в комплексе будем делать. Нам надо размять максимально грудную клетку. Давайте по очереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Таз зафиксировали. Покрутили. Угу. В другую сторону. Чувствуем вот работу в тазобедренных, крестец, крестцово-поясничный переход. Вот, можно потрогать эти мышцы в разных местах. Хорошо. Массаж вот такой.
Проглаживаем. Вот таким образом. Лобковые косточки, пупку, солнечное сплетение. Вот прямо разогреваем все это. Сжимаем живот. Проминаем. Хорошо. Так, тазобедренный. Правый. 2, 3, 4, 5, 6. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поменяли. 2, 3, 4, 5, 6. В другую сторону. 3, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Стряхнули ножки. Постучали по ягодицам. Постучали. Потянули ножку, взяли. Рукой вытянули. Можно вот так потянуть. Вот так. Хорошо. Вторую ножку взяли. И можно наклониться. Вот так. Равновесие не терять. Отлично. Стопы. Стопы. Пальцы широко. Растопырили широко, сжали, растопырили, сжали, растопырили, сжали. Ага. Теперь разжиманием пальцев проносим пятку вперед. Проходим коврик, учимся. Кто еще не научился, не переживаем. У нас всегда есть время научиться, освоить новый навык. Давайте растопыренными пальцами цепляемся за пол. Цепляемся. Простукиваем пяточкой. Можно встряхивать ладошки, плечи. Постучали на одном месте. Ноги ширина таза. И упражнение. Из всех названий мне нравятся пустые рукава. Как пустые рукава, куртки, мы из таза запускаем вот такое скручивание. Хорошо. Итак, для тех, кто не делал ни разу подобный комплекс, циклы коротких пранаям. Первые три подхода мы сделаем очень простые. Капалабхати, импульсное дыхание. Поставьте сейчас руки на живот. Втягивание. Давайте я, с вашего позволения, вот так сделаю. Втягивание, толкаем животом и выталкиваем воздух резко. И втягивается воздух автоматически на расслабление. Давайте, раз. Три цикла, завершение каждого цикла будет выдох со звуком Х. Вот таким вот у нас вдох. Выдох со звуком Х. Тянем во время выдоха язык. Вот сюда, к подреберной ямке, а глаза через межбровье вверх. То есть растягиваем структуру лица еще. Вдох. Полностью все выдохнули. Встали на ладошки, на руки вот так, или вот так, опираясь на бедра. И втянули живот. Первая будет Уддьяна Банха, вторая Агнисарадхаути, третья Наули. Что освоим, то делаем. В обязательном порядке Уддьяна Банха. Пробуем, даже если там все плотно, пробуем как-то вот
подтянуть. Учимся. Базовая, фундаментальная техника хатха-йоги. Сейчас. Водичка будет очень кстати, если она рядышком. Поехали. Капалабхати раз в секунду. Вдохнули, выдохнули, тянули. Отпустили живот, ножки вместе. После того, как отпустили живот, можно вдохнуть. И восстанавливаем газовую смесь. Выпрямляемся, руки через стороны вверх. Дыхание уджайи. Со. Про себя. Хам. Шепотом. Вдох. Восстанавливаемся. Выдох. На носочках вверх, да? Вырастаем макушкой вверх, копчиком вниз. Выдох. Небольшая пауза, отслеживаем свое состояние. Как поменялось состояние. Так, все работает. Второй подход. Капалабхати чуть побыстрее. Давайте с руками, как будто баскетбольный мяч бьем. Вправо, влево, вперед. Втянутого живота вперед-назад, Агнисара Дхаути или брюшная помпа. Отпустили. Живот сделали. Ножки вместе, сделали вдох. Руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще замедляемся, вдох. Выдох.
наблюдаем. Голова, грудная клетка, таз. Совмещаем все в одну линию. Вот убираем все вот эти истории. Хорошо. То есть осознавание осанки, осознавание тела, осознавание дыхания. Каждый момент времени осознаем, что происходит, что происходит. Осознавание эмоций. Вот у нас дыхание как-то влияет на эмоциональную сферу. Осознавание эмоций, психического состояния. Отслеживайте. Хорошо, это наша динамическая практика осознанности. Дальше. Капалабхати быстро. Вдохнули. Или после выдоха втягивание живота осваиваем, агнисара саути осваиваем. У кого наули, пробуем вытащить брюшной жгут вперед. Отпустили живот, ножки вместе, руки вперед и в стороны, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Наблюдаем позу, осанку, состояние дыхательной системы, эмоциональное состояние. В каком состоянии психика вот, меняется, все меняется с каждым вот, следующим моментом, у нас что-то меняется. Хорошо. Следующие четыре подхода будет хастрика, кузнечные меха. Это полный вдох, полный выдох. Через нос. Каждый раз будет какое-то суставное движение. Первый подход, у нас руки вперед, выдох. Руки назад, вдох. Вдохнули. Теперь задержка после вдоха. Отпустили, все, не дышим, щеки надули, горло не зажимаем, плечевая помпа, плечи вверх-вниз, на полном вдохе. Да, вдох. Руки перед собой подняли, как насос. Выдох. Ха. Вдох. Щеки надули, не дышим. Плечевая помпа.
Да, вдох. Ноги вместе. Руки через стороны вверх. Вдох. На носочках потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги ширина таза. Хастрика с плечами. Плечи назад, вперед. Выдохнули. Ноздри зажали. Сделали вдох. Нос ртом внизу. Опустили подбородок на грудную клетку. Щеки надули, не дышим. Приседания. Отпустили. Ножки вместе. Руки вперед, вверх, вдох. Уджайи, выдох. Со. Хам. Наблюдаем. Практика созерцания у нас не заканчивается. Мы все время созерцаем, отслеживаем, нет ли лишних напряжений. Хорошо. Следующий подход. Удар хастрика, дышим животом. Ладошку ставим на 2 сантиметра перед брюшной полостью, перед стенкой живота, и пробуем вдохом достать ладошку. Выдохнули, вдохнули, щеки надули, руки вперед броним. Да, вдох. Выдохнули. Ноги вместе. Вдох.
Руки вперед. В стороны вдох. Уджайи. Со. Ха. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Четвертый подход. Полная абхастрика. Полная абхастрика. Живот, плечи. Выдохнули, вдохнули, перестали дышать, щеки надули, руки назад крутим. Да, вдох. Ноги вместе. Руки через стороны вверх, вдох. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. Вдох. На носочках потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Хорошо. Так, время еще один подход сделать. Даже два. Еще один цикл. Следующий цикл будет состоять в том, что мы делаем 5 втягиваний живота в таком вот режиме. Кинули. И дальше. 5 подряд. 5 втягиваний, 5 удиян. Или можно разные манипуляции делать. Удьяна, нисардхаути, наули, адьяна, нисардхаути, наули. В каком режиме? 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 10, 5 задержки. Надеюсь, понятно. Я буду все диктовать. Давайте. Сразу же. Вдох-выдох, 5 секунд. Держим. Вдох. 10. Вдох. 15. Десять. Вдох. 5.
Опускаем животик. Руки вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И 9 приседаний со звуком. Нет. С выдохом, с резким выдохом. Сейчас один раз продемонстрирую. Вдох у нас идет. Руки, таз вниз, руки вперед. Это вдох. Вдох, 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 вдох. Раз. Два. Три. И 9. Ноги вместе. Вдох, руки в стороны. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ладошки перед грудью, выдох. В начало коврика встаем. Руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Поднимаемся вверх, вдох, с углой спиной. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Посмотрели вперед, вдох. Отшагнули или отпрыгнули в планку верхнюю. Выдох. В планке вдох. Выдох. На правой руке. Таз вверх, вдох. Дыхание уджай, продолжаем. Выдох. Выкинули бок. Вдох с другой стороны. Выкинули бок, выдох. Опустились. Вдох в планке. Выдох, чатуранга дандасана. Опускаемся на 8 точек, вдох, выдох, кобра, вдох, планка, выдох, кобра, вдох, планка, выдох, кобра, вдох, планка. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Кинули живот. На носочках подняли. Вдох. Таз слева. Выдох. Подняли. Вдох. Таз справа. Выдох. Поднялись. Вдох. Пяточки в пол, выдох. Покачались вправо-влево. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Развернулись, вдох. Правая назад, левая вперед. Выдох. Левая вниз, правая вверх.
Выдох. Поменяли. Выдох. Выдох. Планта. Выдох. Кобра. Выдох. Собака голова вниз. Выдох. Правая нога вверх. Шаг вперед. Выдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Выдох. Пятка в пол, развернулись. Правая впереди. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Парашваконасана. Вдох. Смотрим на большой палец вверху. Выдох. Опустили. Левую вниз, правую. Вдох. Выдох. Отшагнули в нижний упор. Вдох. Выдох. 8 точек на полу. Вдох. Выдох. Таз наверху. Кобра, вдох. Опустились вниз. Выдох. Сфинкс, вдох. Выдох. Плечи вниз. Ребрышки на полу. Вдох. Посмотрели слева. Выдох. Вдох. Посмотрели справа. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Оттолкнулись. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Колено в пол. Левой рукой ножку натянули. Вдох. Выдох. Хорошо. Поставили ладошки пошире. Вдох. Колено в сторону. Левое. Правый вдох. Опустились вниз. Здесь вдох. Выдох. Отодвинули таз назад. Натянули переднюю ножку. Вдох. Нога прямая. Выдох. Ушли вниз. Наклон. Хорошо. Вдох. Отшагнули назад. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Колено внизу. Правой рукой. Вдох. Пальчики взяли. Таз вниз. Выдох. Теперь правое колено чуть в сторону. Вдох. Поза ящерицы. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Вытянули ножку переднюю. Выдох. Прямая нога. Вдох. Выдох. Перешли в пирамиду. Вдох. Ножки пошире. Опустились вниз. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Правой ноге. Выдох. Посерединке. Вдох. Левой ноге. Выдох. Посерединке ладошки под собой или пальчики, спина прямая, левая рука внизу, правая вверху, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В начало коврика, ноги на ширине таза, вдох. Сели вниз, выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Стягиваем живот. Видно? Давайте так, руки вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Хорошо, садимся. Вдох. И садимся. Выдох. Наблюдаем за состоянием в любой удобной позе. Можно подушечку. Сейчас заключительная часть. Нади Шатхана Пранаяма. Я вижу, что время уже подходит, но нам надо сделать Нади Шатхану Пранаяма. Попеременное дыхание. Так. Берем вот такую мудру, делаем из правой руки. Мизинец и безымянный, и большой палец оттопырен. Удачно к себе разворачиваем, пальчики вытягиваем. Большой палец у нас зажимает правую ноздрю, перекрест вот этот мизинца левую ноздрю. Пальцы на лоб, вдох, ничего не пережимаем. Посерединке дышим, две ноздри выдох, две ноздри вдох. Обращаем сейчас внимание, правая часть, левая часть, выдох, две ноздри, вдох, правую пережали, влево пошли вниз, выдох, слева вверх пошли, вдох, внимание, поменяли, право вниз, выдох, право вверх. Лево вниз поменяли. Восьмеркой дышим. Лево вверх. Право вниз. Право вверх. Лево вниз. Продолжаем. Слева вдох. Право выдох. Право вдох. Слева выдох. Слева вдох. Право выдох. Право вдох. Слева, выдох, убираем руку, ладошки вверх, вдох, две ноздри дышим, выдох, вдох, выдох, посерединке позвоночника вдох по позвоночнику. Большой указательный палец соединили, выдох. И сидим в тишине. Добавляем улыбку. И созерцаем состояние тела, состояние ума, состояние эмоций. Вот я надеюсь, голос слышно. У меня начался дождь, и по мансардным окнам так достаточно приятно барабанит. Вода, капли. Соединяем как шестеренки пальцы, три пальца вот так как шестеренки, указательный стрелочку делаем, большие пальцы перекрещиваем. Все
Все расслабляем. Вдох принимаем, выдох расслабление. Расслабление с каждым вдохом, с каждым выдохом. Заметьте изменения, которые произошли вот за этот час. Ладошки перед грудью. Я вам благодарен за участие. Спасибо. И давайте пожелаем счастья и избавления от страданий всем живым существам. Во благо всех живых существ, включая нас с вами, включая наше окружение, всех чувствующих, дышащих. Пишите отклик, я буду рад. И до следующей недели. Всем прекрасного дня. Спасибо.